красном углу Клим Плакута. В синем Георг Акобян. А все три раунда по одной минуте. В красном углу Клим Плахута, 1998 года рождения, один год занимается салатом, провел 10 боев, 6 одержал победы, имеет второй спортивный разряд, является победителем всероссийского турнира «Серебряная перчатка», представляет клуб «Риф», тренер Виктор Успенский. Георг, полегче.
синем углу Георг Акопян, 2000 года рождения. Полтора года занимается салатом. Провел 23 боя, в 13 одержал победы. Имеет второй юношеский разряд и технический разряд «Зеленая перчатка». Представляет спортивный клуб «Фортерос», тренер Сергей Тепузиди. Полегче, Георг! А в этом бою единогласным решением судей победу одержал Клим Плахута. Для награждения за третье место приглашается Федор Янсен. За третье место награждается Федор Янсен, детско-юношеская школа номер 2, город Архангельск. За второе место награждается Георг Акопян, спортивный клуб «Фортерос». И победителем весовой категории до 45 килограммов юноши становится Клим Плахута, клуб «Риф», тренер Виктор Успенский.